Добрый день, дорогие друзья! Дискуссионный клуб «Сила в правде», созданный Министерством просвещения России и по инициативе самих школьников, обладает огромным потенциалом. Это возможность свободно обсудить любые исторические темы, озвучить свои идеи, открыто обменяться мнениями и получить компетентные ответы на наиболее сложные вопросы о нашем прошлом. Одна из задач клуба – это повышение общей культуры ведения публичных дискуссий. Сегодня вас познакомят с понятием информационной гигиены, расскажут об основах риторики и ораторского мастерства. Вместе с тем призываю учиться не только высказывать собственную точку зрения, но и анализировать чужую, внимательно слушать оппонента, задавать максимально точные и корректные вопросы. Символично, что первое заседание дискуссионного клуба «Сила в правде» стартует сразу на следующий день после празднования юбилея Петра Великого. Образ этого выдающегося правителя России на протяжении веков олицетворял устремленность нашей страны в историческое будущее, способность находить ответ на любой внешний вызов. Уверен, что значение прошлого неразрывно связано с подлинным патриотизмом, основанным на понимании истории как преемственности, в которой поступки, дела и свершения предшествующих поколений определяют настоящее, точно так же, как наши сегодняшние поступки определяют будущее. Рассчитываю, что, пообщавшись сегодня с экспертами, друг с другом, вы получите большое интеллектуальное удовольствие, еще больше проникнетесь духом отечественной истории и захотите глубже погрузиться в ее изучение. Российское историческое общество вас в этом, безусловно, поддержит. Желаю всем участникам клуба плодотворной дискуссии, успехов и всего самого доброго.